Анонс и точно дата выхода 30-й серии нового турецкого сериала «Доверенные». 30-я серия сериала выйдет в эфир 16 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Яман немедленно предпринимает действия, чтобы найти Сихер, которого похитил Соигерай. Соигерай настаивает на том, чтобы Яман заплатил огромную цену за Сихер. Потрясенный тем, что сказал Бегюм, Али должен принять решение, которого он никогда не хотел. К Икбель пришла сестра и стала рассказывать о том, что Яман собирается провести время с Сихер и своим племянником, хоть это была ее идея. Девушка считает, что Сихер заранее все запланировала и тем самым помешала ей. Сихер говорят о том, чтобы она никогда не ждала извинений от Ямана. Он готов будет отказаться от своей жизни, но прощения никогда не станет просить. Невеста Али стала понимать, что она может потерять своего возлюбленного, и начинает строить план, чтобы этого не случилось. Она находит листок, на котором была нарисована девушка, и понимает, что это та самая, из-за которой рушатся ее отношения с любимым мужчиной. Напомним, 30-я серия сериала выйдет в эфир 16 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.